темы для IT-отрасли. Первая тема звучит так. Что лучше, соцпакет или живые деньги? То есть о обширных соцпакетах некоторых IT-компаний Минска ходят на самом деле притчи и легенды. Это спорт, это спа, это оплата мобильных телефонов, страховка, обеды в офис и так далее до бесконечности. Вот. Но нам интересно, что важнее, социальная шкатулка или MasterCard с лишним нулем? Приглашаю к обсуждению. Вот. Вторая идея или вторая, которую мы бы предложили, это гениальное решение, а вам слабо? И здесь мы играем на мотивах признания и мотивах достижения. Мы бы разместили пост о уникальных достижениях специалистов IT-отрасли за рубежом и призвали бы наших IT-специалистов поделиться их достижениями и писать, какие классные проекты они закрыли и чем гордятся на самом деле. Показать, что им не слабо, они у нас лучше. Сами Сусанна. Сами Сусанна, да. А у нас такой челлендж к аудитории, которая старше 30 лет. И наш пост звучит так. 30 лет, пора на пенсию. Соответственно, здесь мы написали, что сейчас происходит поиск. У нас поиск айтишников начинается чуть ли не со школьной скамьи. И могут ли айтишники уже за 30 так же быстро учиться, развиваться, как это делают более молодые специалисты? Вопросы?